Привет, друзья! Меня зовут Олег Милотов. Я сейчас не в Москве. Я сейчас в городе Казани. Я сейчас нахожусь в казанском метрополитене. Наконец-то! Сейчас я нахожусь на станции Дубравная, и мы с вами прокатимся по всей линии. А тут она одна. По всему линии казанского метро. Сейчас мы на станции Дубравная. А там у нас конечная с другой стороны авиастроительная. Ребят, ну скажите красиво. Сейчас мы ждем нашего поезда. Тут ходит Русич казанский, метропоезд Казань и Москва 2019. Надеюсь, что мы их встретим. Ну, Русич так точно, но метропоезд Казань и Москву 2019 посмотрим. Вы еще послушайте, какой там информатор. О, кстати, я вижу Русича. Ждем его, пока он обернет состав. По-моему, он под сам оборот поехал. Наверняка. Ну, такая красота, а. Конечно, я сейчас доезжал до станции Дубравная, а ждал поезда, блин, не знаю сколько, потому что тут не такой интервал движения, как в Москве. Тут намного больше интервал движения, фиг поймешь, какой он. Он по самому обороту, значит, поехал, да? Ждем его. Он там осматривает еще вагоны. Ну, красота, ребят, красота. Давайте еще раз глянем на схему. Проспект Победы, Горки, Аметьево, Суконная Слобода, площадь Тукая, Кремлевская, Козья Слобода, Кишлёк, Северный вокзал и Авиастроительная. Тут часы имеются, но, блин, не показано. Нету интервала никакого здесь. Как в Москве. О, Русич едет сюда, я его вижу. Сейчас мы в него зайдем. Такая у нас схема Дубравная. Что ж, сейчас мы с вами отправимся на следующую станцию. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — проспект Победы. Сак болыгыз, ишиктер ябыла. Келеси тукталыш — Жеңил проспекты станциясы. Освещение тут прикольно, кстати. Не так, как у нас в наших Русичах. О, там еще один Русич. Станция Проспект Победы. Блин, какой-то салют тут, а. Ладно.
Выходим, провожаем Русича и ждем следующего состава. Проспект Победы. Какая красота. Следующая станция – город Солнцев. И ждем его. Красивая станция очень даже. Проспект Победы. Дубравная. Я, кажется, туда Рудича видел. Который по другому пути шел. И я не знаю, нам его придет ждать или нет. Какой тут интервал, мне интересно. Улица Рихарда Зорге. Рихард Зорге Ур. Проспект Победы. Во как все устроено, ребят. Хотел, конечно, видеолекцию сделать, но я подумал, давайте просто обзор. Просто насладимся станциями Казанского метрополитена, потому что, может быть, я больше сюда не приеду, а может, приеду. Кто, блин, знает. Только я. Кстати, указатель тут. Дубравная. Авиастроительная. Город-герой Севастополь. Что тут есть? Дмитрий Медведев. А тут раньше же, по-моему, были другие указатели. Я же читал про Казанский метрополитен. И видел, что там, по-моему, другие указатели были. Плюс еще там другие видосы были на Ютубе. У них тут свое обновление. О, кстати, станция Аметьево, она, по-моему, следующая. Нет, следующая Горки. А вот это первый вагон метрополитена. Этот метрополитен был открыт в 2005 году. Это самый первый, по-моему, вагон. Вагон 81553, вроде бы. Метропоезд Казань. То есть это никакой там не номерной. Нет. Это метропоезд Казань здесь у них. Но сделан он был в Санкт-Петербурге. Что ж, ждем следующего поезда. Ну что ж, мы с вами сейчас поедем на поезде. Я уже тут жду его. О, я его вижу. Так, сейчас, наверное, Русич идет, потому что я его видел на соседнем пути. Ну да. Русич. Ну, а потом, может, нам повезет, я поймаю метропоезд Казань. Надо. Что так пусто-то? Проспект Победы. Ну ладно. Едем дальше. Осторожно. Двери закрываны. Следующая станция – Горки. Сокболовас. И шеплян я была. Теряйся топталыш – Горки станция. Please be careful. The doors are closing. The next station is Горки. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила проезда. Уважаемые
какая красота! Какая красота, ребята! Станция Горки выглядит классно очень даже, но как-то уж, ну тут все, наверное, выглядит очень современно, но мне, наверное, надо будет идти сейчас в первый вагон лучше, потому что нам вот надо просто будет сфоткать поезда. Русич у меня уже есть, я так скажу. Ретропоезд до Казани. Фото у меня нет. И Москвы 2019. Ну, тут, скорее всего, стопудово 2019 Москва. Да. Нам осталось... Всего тут 11 станций. Там нет выхода. Странно, только один выход тут. Ну ладно. Прикольно тут все сделано. Ну что ж, мы ожидаем нашего поезда. Но я его, кажется, сейчас слышу уже. Я не пойму, где он едет. По моему пути? В смысле, с той стороны, где я еду, или вообще он там? Я прям его слышу. Вы, наверное, тоже? Мне кажется, он отсюда сейчас выпорхнет. Хочу посмотреть. Ребята, к нам едет поезд Москва. Я уже по фарам определил. Четыре вагона. Прикольно. А наш поезд где? Мне повезло немножко. А наш поезд... Это опять Русич, да? Ладно. Была не была, а то, блин, ждать следующего. Это пипец как долго. То, конечно, я сфоткал у Москвы, ну ладно. Если она сейчас нам попадется, тогда я еще и фотою. Помимо просто видеосъемки. Так. Осторожно.
Двери закрываются. Следующая станция – Аметьево. Сок был у вас. И шеплят я была. Келесе повторыш. Эмет станциясы. Please be careful. The doors are closing. The next station is Аметьево. Уважаемые пассажиры, для профилактики гриппа и ОРВИ мойте руки после посещения общественных мест. Соблюдайте общую гигиену. Чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку. При первых симптомах заболевания останьтесь дома и обратитесь в медучреждение за помощью. Будьте здоровы! Хорватные пассажиры, все наши гостиные тимары без нас уринс. Рита ОРВИ у вас решен. Живая планарда у нас он. Метро станциясына, Эмет станциясының темір юл платформасына шығырға мүмкін. Аметьево Station. Exit here for the Аметьево Suburban Rail Station. Класс. Наполовину уличная станция. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Суконная Слобода. Соколы и Шеклятливого. Сквозняк тут. Сейчас, может быть, будет слышно информатор. Блин, я так надеялся, чтобы метропоезд Казань приедет. Она как станция Воробьёвы горы. О, видите? Видно прям. Я не знаю, что это за улица, честно говоря. Я не местный здесь, поэтому на улицу Даурская к жидоплатформе Аметьево. Мне к жидоплатформе не надо, славьте Господи. Рано еще из Казани мне уезжать. Ну что ж, мне нравится реально станция. Интересно, что там будет дальше? Что ж, мы с вами ждем поезда. И, по-моему, я его вижу. Сюда едет Москва, ребята. Москва, то, что мне нужно сейчас. А потом мне нужен будет метропоезд Казань. Сейчас посмотрим, что там все, как там все выглядит внутри.
класс. Вот прям сюда сядем. О. Москва 2019, ребят, реально. Экстренный вызов. А тут какой символ? Ну это вот как в Москве все работает. Говорите микрофон. О, вот так, да? Класс. Я сейчас вижу, как поезд раскачивается. По-моему, тут вообще бешеные повороты. Сейчас мы прибываем на станцию Суконная Слобода. Станция Суконная Слобода. Сукно без тесы станции, сэр. Суконная Слобода, стэйшн. Остановись у реки. Все? Отлично. Сейчас мы, когда он закроет дверь, я его сфотаю. А фары у него неисправные. Куда он едет, а? Я его чуть-чуть вижу, но... Куда он... Он прямо едет. А поворот нету никакого, да? Поворота. Или есть? Прям как точка какая-нибудь. Вниз куда-то он уехал. И налево. Неважно. Станция Суконная Слобода. Как типичная многоножка, конечно, выглядит. Но это вам не обычная многоножка, которая в московском метрополитене. Это... Даже я скажу, улучшенная многоножка. Вот так. Ну что ж, конечно, наверное, сейчас прибудет Русич. Потому что метропоезд до Казани я сейчас по пути вообще не видел. Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше. А мы до сих пор ждем нашего поезда. Но я кого-то сейчас слышу, он, кажется, опять будет за моей спиной.
Сейчас узнаем, кто будет. Я его слышу. Ладно, посмотрим отсюда. Больше русичи, чем Москвы или метропоезда Казани. Я сейчас опять слышу поезд, но я не уверен, что он едет сюда. Сейчас только что был русич, и он уехал от нас. И я не уверен, что сейчас я слышу то же самое, но в нашу сторону. Кто их знает? О, наконец-то я его вижу. Кого не знаю. Опять Трусич? Ну ладно. Ждать другого поезда, блин, я не знаю, сколько тут времени вообще надо на это. Please be careful. The doors are closing. The next station is Tukai Square. Уважаемые пассажиры, для профилактики гриппа ОРВИ мойте руки после посещения общественных мест. Соблюдайте общую гигиену. Чаще проветривайте помещения. Проводите влажную уборку. При первых симптомах заболевания останьтесь дома и обратитесь в учреждение за помощью. Будьте здоровы. Hürmetli pasajerler, selamette gezgeye ihtimarlı bulunmasını sorayımız. Green Hell Orbit pasajı, jeneral limanları da bulundan sonra kullarınızda bilmiyoruz. Sonunun dili yanını saplalı. Binalarını icraçı ilerlediniz. Güneşi istatıkladınız. Olgun simptomları varlığa girmeler. İyide olmalı. Москве тоже, то есть в поезде Москва.
спускаете на пешеходную улицу Баумана. Тукай Майдана станция С. Бо станция Данцес. Жевлюлер Еридерган. Баумана урамына шыға аласыз. Тукай Сквэнс. Сколько ты людей здесь? Exit here for the Bauman Street pedestrian zone. Ну ладно. Внизу есть подсветка даже. А это чтобы стены освещать. Сейчас посмотрим. Классно. Площадь Тукая, да? Отлично. Ну а тут побольше уже людей, чем на предыдущих станциях. Не, ну реально красиво. Площадь Габулы Тукая. Площадь Габулы Тукая. Не, реально красота. Лучше побольше станций, конечно, было, но... В принципе... И почаще бы тут ходили бы поезда. Так вот так же, как у нас в Москве. Ну ладно, в принципе, и так сойдет. Мы еще ждем следующего поезда. Пойду вот прям сюда. И это, ребята, метропоезд Казань! Наконец-то! Наконец-то! Сегодня повезло. Прям в первую дверь зайду. А там Русич. Кремль. О, тут тоже табло есть. Как в Русиче. Салон другой. Не такой, как в номерном обычном. Освещение саки. Лампы саки вроде бы взяты. Станция Кремлёвская. Вау, класс! Кремль станция. По станции Данцес, по зам Кремля территории цена Чагаласов. Кремлёвская стейшн.
exit here for the Kazan Kremlin. Сейчас я его сфотаю. Вот здесь прям. Сейчас закрою дверь, и я сфотаю его. Так, а дальше уже абсолютно пофигу, кто попадется мне. Станция Кремлевская, ребята. Самая центральная, самая красивая станция в Казанском метрополитене. Кремль. Кремлевская. Все влезло. Прям в кадр. Отлично. Ну что ж, посмотрим, что будет у нас дальше. Мы все еще ждем поезда на станции Кремлевская. Кстати, по-моему, я вам не показал вот такие вот красивые потолки. Прям реально красиво очень. Это, по-моему, самая красивая станция в Казанском метрополитене. Хотя я еще другие не видел. Ну, пока что мое мнение остается... Я считаю, короче, что Кремлевская — это пока что самая красивая станция в Казанском метрополитене. Посмотрим, что у нас будет дальше. И я слышу уже поезд где-то едет. Ну, вы пока, наверное, не слышите, но он, походу, сзади меня, с той стороны сейчас прибудет, да? А не с моей еще стороны, еще неизвестно кто. Но я уже слышу поезда... Даже, может быть, сейчас подойду туда. Ой, я чувствую поток ветра из тоннеля. С какой скоростью они тут ездят? Мне такой вопрос. А давайте даже не у тоннеля будем, а вот это отсюда. Я, наверное, даже в середину сейчас пойду. Потому что уже нам к первому вагону не обязательно идти. Вот это здесь. Там едет кто-то. Интересно, кто? Русич. Я думаю, что когда мы с вами доедем до конечной станции, один перегон, наверное, прокатимся вот по этой стороне, чтобы вы послушали реальный информатор женский. Потому что он тоже так прям круто звучит. Там то ли оборот на тупик, то ли съезд. Скорее оборот на тупик, чем съезд. Ну или нет, реально, наверное, съезд. На тот путь. Ну ладно, разберемся. И все, шума нет. А наш где поезд? А нет, я его слышу. Тоже с этой стороны. Чуть-чуть я его слышу, да. Сейчас, наверное, увидим его. На кто это, интересно, будет? Кто угодно может быть, сразу говорю.
ну просто бесподобно. Кремль. Да. Все идеально. О, я уже вижу. Поезд едет. А кто? Как вы думаете, кто? Ну, у меня тоже жестче. Но уже я никого не жду. Поэтому все равно, кто попадется, честно. Может быть, потом нам еще повезет. Осталось, по-моему, 4 станции. Куда-нибудь сюда сядем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Козья Слобода. Слава вас. И шикляк я была. Гелеса Топтауч, качай пистеса станция. Please be careful. The doors are closing. The next station is Козья Слобода. Уважаемые пассажиры, для профилактики гриппа и ОРВИ мойте руки после посещения общественных мест. Соблюдайте общую гигиену. Чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку. При первых симптомах заболевания остайтесь дома и обратитесь в медучреждение за помощью. Будьте здоровы. Хорватлы пассажиры, усценовать ли без гадить и варлы у вас на срывос. Гриппхэм ОРВИ у вас рыще, жемодак бурдарында уладан сон, уларызны и хулас. Лапун гигиены сокладыс, пиналарны и шрапчин лепекс, гэнши стартап кадылыс. Оу симптомлар барлыка кир бэрэ. Или оданыс, как ердамде медицина учреждений сэрэм бэрэ жэла идэс. Сэрэмэн болдыс. Сколько же много болтовни. Такая болтовня может даже целый перегон занять. Мало поездов на линии. Мне интересно. Слишком большие интервалы между поездами. Очень долго ждать их. Станция Козья Слобода. Кажи описать со станции с Козья Слобода Стейшн. Ну ладно.
Козьи Слобода. Но мне, честно говоря, эта станция прям не очень нравится. Какая-то она, мне кажется, скучная. Это даже на станцию не похоже. Как будто зал из торгового центра просто взяли и сюда. И здесь также сделали. Ну, не знаю. Как-то мне эта станция не очень. Но все равно по ней прокатиться прикольно. Очень даже прикольно. Поэтому даже не знаю. Не знаю, что сказать. Но я говорю, что Кремлевская для меня вот самая красивая станция, которая даже мне... Вот прям мне нравится Кремлевская. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше у нас. Дальше у нас осталось три станции. Это Ешлёк, Северный вокзал и Авиастроительная. Ну где же наш поезд? Ну где же он? Там его нет. Ну он опять сейчас это, с моей спиной будет, да? Кто там угодно вообще. Так, это... Боже, это на кого наорали? Походу тут все замечают, кто наступил на край платформы, а кто нет. Именно в Казанском метрополитене. А в Московском метрополитене нет. И этого даже не замечают. Пофигу им, наверное. Даже не пофигу, нет. Просто они каждого не предупреждают, потому что все практически стоят по платформе. Ну ладно, это их правило. Я человек, не вообще цепляюсь. Да. Мне интересно будет... Мне интересно, как следующая станция выглядит. То есть там Ешлек, Северный вокзал, Авиастроительная. Ну, вроде бы я знаю примерно, но сейчас я не знаю, что с ними сделали вообще. Потому что вы же, наверное, видели, что сделали со станцией Горки, а я вроде бы видел, что там прям люстры были. О, я слышу сейчас. Откуда он? Откуда? Пожалуйста, я не... Хоть кто-нибудь. А, он едет вот, он едет там. Опять Русич? Отойду я отсюда. Еще раз нам повезло. Ретро-поезд Казань. Ой, почему? Метро-поезд Казань. Надо было мне стоять здесь, ну ладно. Уже приехало, я не буду его упускать. Please be careful. The doors are closing. The next station is Yashlik.
все целиком. Это здесь люстры, да? Значит, я что-то попутал. Но она здесь есть, но она не работающая. Здесь поставь. Сейчас покажу. Здесь поставили лампы, которые не должны быть вообще. Метропоезд в Казань уехал. Ну-ну. Осталось две станции. Не, ну вот это уже станция получше, да? Но зачем здесь поставили такие современные освещения? Я вот именно про эту люстру я говорил. Я перепутал, кажется, станции, но ладно. Что есть, то есть, но, блин, по-моему, это вообще не то. Освещение не то вообще. Ну... Ладно. Я уже не буду придираться. Что сделано, то сделано. Я это уже не исправлю. Ладно. Я снова слышу поезд, но он не в мою сторону идет. Ну а там кто будет? Наверное, Русич. Ну, либо Москва, 2019. Наверное. Да, Русич, так я и знал. Следующая станция. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я так и знал, что тут русич будет. На моей стороне, наверное, тоже сейчас русич будет, но... Потому что, наверное, тут такого не может быть, чтобы сразу, прям после метропоезда Казани, была Москва 2019. Ну, блин, вообще я в этом не уверен. Что он может... Что Москва 2019 может как раз после этого поезда старенького быть. О, поезд уже видно. Ну, стопудово русич. Кто же еще? Москва 2019, чтобы после... Ну да, я уже сказал это. После... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Северный вокзал. Соболдас, ишеклер ябыла. Келесе топталыш, дынне вокзал станциясы. Please be careful, the doors are closing. The next station is Северный вокзал. Уважаемые пассажиры, мы рады, что вы воспользовались услугами казанского метрополитена. Убедительная просьба относиться к месту. Присадитесь. Только болтовни прям на целый берег ему хватило. Опять освещение не то. О, там метропоезд Казань уже. Почему? Зачем так сделали? Нормально же. Это, кстати, станция напоминает Театральную площадь. Прикольно. Ну попортили тут немножко станции освещениями. То такие вот банальные светильники прикрепили, вместо того, чтобы врубить полное освещение, которое должно быть. Зачем так сделали, я не понимаю. Так, это вот Северный вокзал. Следующий у нас авиастроительная, да? Да.
А там уже последняя станция. Ну и, наверное, вот на том пути мы с вами совершим один перегон. И это видео мы с вами закончим. Поездка в Казанском метрополитене. Но еще... Сейчас мы еще находимся на Северном вокзале. У нас еще... Мы не видели станцию Авиастроительная, поэтому видео еще не закончено. По-моему, тут самая тихая станция метро. Это вот как раз вот Северный вокзал. Мне так кажется. Стою, тут полная тишина. Пока поезда нет. Но нет, теперь не тишина. Теперь я кого-то слышу. Даже не кого-то, а Русича. Он уже обернулся там на станции. Он едет сюда. А тут сейчас кто? Если тут кто-нибудь появится. Что это за звук сейчас был? Что это такое? Я уже начинаю передумывать, чтобы сюда ехать, чтобы это опять слышать. Да мы слышали уже это. О, теперь в мою сторону кто-то едет. Тут уже неизвестно кто. Но мне кажется, что это опять Русич. И я был прав. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Авиастроительная. Сахолос, ишиклер ёбула, келеса топталош, авиатезелеш станциеса. Please be careful, the doors are closing. The next station is Авиастроительная. Уважаемые пассажиры, для профилактики гриппа ОРВИ мойте руки после посещения общественных мест. Соблюдайте общую гигиену. Чаще проветривайте помещение, используйте влажную воду. При первых симптомах заболевания останьтесь дома и обратитесь в учреждение за помощью. Будьте здоровы. Курместе пассажирам. Сервисы предоставляйте вам возможность сориться. Кринда уровень возвращен. Чем это можно до ума нашу? Thank you.
конечная. Сейчас этот трусич развернется, и тогда мы уже с вами на Северный вокзал поедем. Ну а эта станция... Все, по-моему, осталось так, как должно быть. А где станция бьет? Авиастроительная. Все? И все? А конечная где? Ну ладно. Проводим этого Руси сейчас. И мы его сейчас подождем с вами. Ну ладно. Не, авиастроительная, вот это тоже красивая станция. Даже тут ничего не сломали. Все, по-моему, все так, как должно быть. Все так, как я видел. Авиастроительная. Ну что ж, ждем нашего Русича. Ну, едем на Северный вокзал. И там мы с вами заканчиваем нашу поездку. Даже, может быть, не там, потому что там противный звук. Я думаю, что на станции Ешлёк мы с вами закончим. Ну и все нормально будет, наверное. Два перегона с вами проедем. Ну, потому что вы, наверное, слышали... Ну, вы же слышали, что происходило там на Северном вокзале, когда он тормозил поезд и когда он отправлялся. Ну, блин, пипец полный. Уши завел сейчас. Так, ну и где он? А там сколько оборачиваться-то будет? Что-то тут все медленно, не так, как в Москве. Вот почему я еще очень люблю московский метрополитен. Потому что там все быстро очень. Часто поезда ездят. А тут час пик вообще есть или нет? Ну и где он? До середины с вами пойдем. Что там так можно делать долго? Вот. Блин, в Москве очень быстро все делают. Там тем более маневровые машинисты есть, а тут их, похоже, нет вообще. То есть они машинисты... О! Я уже вижу, что реверс запустили сюда. Вы не знаю, но я вижу. Да, он едет сюда. Почему здесь то же самое, а? О, один вагон кривой, мне кажется. Нет, пойду в тот вагон. Осторожно, дверь не закрывается. Следующая станция — Северный вокзал.
Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Дөньяк вокзал станциясе. Please, be careful. The doors are closing. The next station is Северный вокзал. Уважаемые пассажиры, мы рады, что вы воспользовались услугами казанского метро. Ведите на поезд. Относиться бережно. Не смейте, не портить кресло и салон. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Яшлык. Сок булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Яшлык станциясе. Please, be careful. The doors are closing. The next station is Яшлык. Наша с вами поездка по казанскому метрополитену завершена. Сейчас мы проводим с вами этого Русича, и я скажу уже все про казанский метрополитен, и мы с вами закончим. Что ж, что я хочу сказать про казанский метрополитен. Он не такой, как московский, да, это понятно. Интервалы тут очень огромные между поездами. Очень их долго ждать. Тут сейчас заменили освещение, хотя этого делать вообще не должны. Лучше бы оставили так, как есть. Вот. Что я еще хочу сказать?
Так-то, в принципе, метро неплохое. Но жаль, что одна линия только. Но в ближайшие годы там планируют построить еще одну линию и открыть ее. И жаль, что три состава всего лишь на линии. Может быть, хотя бы еще один бы состав, еще один тип состава бы добавили сюда. Ну, хотя бы номерной, там обычный. Ну, по сути, метропоезд Казани-то и есть номерной. Ну, так мне кажется. Но нет, у них здесь это не номерной. Лучше бы там обычный номерной добавили, или хотя бы ежик. Неважно, один хотя бы состав, один тип состава лучше бы сюда добавили еще. А так мне, в принципе, понравился казанский метрополитен. Ну что ж, если вам понравилось тоже, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также не забудьте подписаться на мой ВК и на мой телеграм-канал. Если вы подпишетесь туда, то будете в курсе всех моих новых видео моего канала. На этом наша с вами поездка по казанскому метрополитену завершена. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Всем удачи и всем пока!